до своего рождения ребенок спросил у Боженьки: «Говорят, завтра меня посылают на землю. Как же я буду там жить, ведь я такой маленький и беззащитный?» Бог ответил: «Я подарю тебе ангел, который будет ждать тебя и заботиться о тебе. Твой ангел защитит тебя там, даже рискуя собственной жизнью». «Боженька, скажи мне, как зовут моего ангела?» «Его имя не имеет значения. Ты просто будешь называть его мамой».